пакет все будет. Такое я первый раз вижу у нас здесь. Жестко. Мама за огурцы беспокоится. Или тут беспокоится, тут пипец им сразу. Вообще молния сверкает. Жестко. Смотри, смотри, какое куриное. Да ну здорово, я вижу. Блин, ну жестко, жестко. Я такого не помню. Не помню я такого, что у нас не было никогда такого. Шикарно, шикарно. Такого града я не помню, реально. Я не выхожу ни с этим. Да, на улице не выйдешь, таким нахрен зашибет. Какое куриное, тут даже больше, мне кажется, есть. По-моему, тут даже больше куриного есть. Да. Прям реально такие шумотки падают. А чё радуешься, Танюга? А чё конец? А чё переживать? Чё ты сделала бы? Чё Наташка поздно позвонила? Ну а чё она сделает тоже, пока дозвонилась. Но посмотрим. Сейчас кончится, он быстро пролетит достаточно. Да не боись. У нас не побьет, мы на земле стоим, а вот те, кто в городе там, на ветру. Вот этот град опаснее, если он сейчас много выпадет, он прижмет все. Мелкий. Да. Этот большой, так, комки прилетели, куда попало, там повредило, понимаешь? А вот этим мелким, если много нападает, то да. Ливень хорошо прет. Ты большие, сними куски. Да я сниму, ну, сейчас еще выйду вроде на улицу. Качается, все. Вроде дождь только, да? Да. Пролетела волна. Все, прошел полоса. Жестко.